Сегодня игроки решили по-настоящему отыграть мощное падение нефтяных цен и мировых бирж, которое было в новогодние праздники. В эти минуты доллар дрожает на 50, копейка стоит 75.30, евро взлетел на 1,5 рубля, курс 82.07. Правда, утром рост был еще серьезнее, и доллар стоил больше 76 рублей, а евро уже подбирался к отметке 84. Таких цен не было с декабря 2014-го. Нефть сейчас продолжает идти вниз, и марки WTI и Brent, как видим, в минусе на 60-70 центов. Наши ММВБ и РТС тоже под впечатлением от последних событий, и в эти минуты теряют 3,5 и 4,5% соответственно. Штормовой ветер на бирже по-прежнему дует из Китая. Сегодня основной биржевой индекс Поднебесной, Шанхай Композит, обвалился на 5%. Игроки по всему миру нервничают, опасаясь, что страна может и дальше девальвировать юань. Да и вообще от местных властей, которые хотят реформами разогнать местную экономику, биржевики сейчас не знают, чего ожидать.